Закопана. Открывается нам красивый вид на горы. И там тоже под облаками скрываются те самые горы, куда мы завтра собираемся. Их даже не видно, все облаками закрыто. Друзья, это что-то невероятно непередаваемое ощущение, когда ты заезжаешь в Закопану. Видите, луга. Видать словами этих ощущений. Эти пробка снова, блин, никогда ехать не может. Тропинки. Люди тоже идут. Ребята, смотрите. Вы знаете, друзья, я вот сейчас присел на пенек. И просто хочется запомнить вот эту красоту, которая тут есть. Это впечатление на всю жизнь. И если так разобраться, в старости у нас останутся только впечатления. Потому живите впечатлениями от жизни. Это очень ценно. Давай посмотрим маршрут. Вот нас, наш маршрут. Наш маршрут. Где мы находимся? А что мы здесь видим? А мы тут... Ну ужас. Короче, сейчас будем решать, что вообще выбрать, куда пойти. Класс! Реально сейчас стоим на мостике. Вода. А чувствуется холод, да? Такой холод. Горы. Так мы и не выбрали, куда нам пойти, потому что времени мало, уже 15 минут седьмого, скорости мы изначально приехали куда? В Закопаны, чтобы, блядь, побывать в центре города и на следующий день, отдохнувши, пойти на главную гору. Эти рысы, да? Рыс. Ну вот. Ну все, а тогда сейчас вот эта порнуха начинается, давай. Так давай просто прогуляемся, посмотрим на вот эти красоты, чего бы не красоты. Ты уже начинаешь заниматься, уже давай на ту гору поднимемся, давай на эту. Пошли вон по тропинке, пройдемся, посмотрим, что там. Куда мы вообще дойдем? Вот, видишь? А, носа. О. 50 минут носа. А, так мы можем сюда. Так все. Минут. Оказывается, что. Что, идем на носа? Все, идем на носа. Идем. Короче, мы решили, потому что это пипец. Видите, вот. Распутье дорог одна туда, другая туда. Это на Носал, на вот те самые горы красивые. Вот мы сейчас попытаемся туда подняться, чтобы у нас что-то получится. Ну, надеюсь, поднимемся. Вот это. Пошли на краешек. Подойдем. Куда? Ну, вот туда, посмотрим, что там. А, давай. Сейчас мы уже выбрали маршрут, наконец-то идем, блин. Посмотрим, что там, как там. Это два неорганизованных дебила, это вдвойне пипец. Ух ты, тут прохладник. Ух ты, да, сразу таким холодом повеяло. Ну чё, блин. Походим какой-то там. Ага, вот. Что? Да, красиво всё что-то. Блин, класс. Ах, вот эту я красоту обожаю просто. Ну, Игорь, блин, дикарь. По-другому это не назовешь. Ну что, нас ждут горы, новые высоты. Я уверен, у нас все получится. Мы определились. Вот сейчас идем вверх по такой скалистой тропинке. Люди тоже идут вверх. Кстати... Я был удивлен, что люди тоже идут вверх так поздно, как и мы. Я думал, только мы такие неорганизованные, приехали, непонятно что, как. Вот, сейчас мы идем. Фу, блин. Прошли 10 метров, я уже устал. Сейчас, бля, Игорь, бросай меня. Спасайся. Спасайся сам, бросай меня. Да, вы слышите такое. Еще раз покажу вам. Тропинку эту, которая идет только вверх. И надеюсь, мы все-таки поднимемся на вот эту страшную скалу. Оттуда Игорь, так утверждает он, специалист, вот знающий,
что там открывается невероятный вид. Игорь специалист по тропам, которые идут в никуда. И оттуда ты возвращаешься через неделю. Игорь, надеюсь, у нас такого не будет. Прошло 10 минут. Я уже не могу. Эта городская жизнь меня убивает. Но зато видите, какой вид открывается. Люди как козлики прыгают по этим камешкам, блин. А мы еле-еле двигаемся. Вот что значит быть спортсменом. Не сдохнуть на такой тропинке, блин. Фу. Но вид, посмотрите, обалденный. Фу, блин, я реально чуть не сдохнул. Мне типа снимает что-то. Это, короче, понты. Реально понты. Я реально вздыхаю. Вот 20 минут прошли, нос вон, видите, 30 написано. А там было 50. Вот и какая-то тропа. Фу, блин. Ребята, больше ходите в горы. Если вы там ходите на турнички, там такие все классные, крутые, пацанчики ровные, там три подходика дел. Это все ерунда. Поднимитесь на такую гору. Если вы сердце у вас не выпрыгнет, то вы спортсмен, да. Физкульт, привет. А так, блин, вот это все ерунда. Игорек, Юрий, прокомментируй, пожалуйста, свое восхождение к новым вершинам. Горы по колено. Горы по колено. Все, слушай, эстрадный певец ты, блин. Ёптить, может тебе там кого-то, так сказать, пощемить на эстраде. Фу, вот мы поднимаемся. Уже куда-то поднимаемся. Посмотрим, может, все-таки получится у нас. Ох ты, вот это вид, какая красота. Ради этого действительно стоило подняться сюда. Игорь, слушай, надо нам... Блин, надо сделать пару фотографий. По-другому никак. Это же ради все, ради фото. Больше никаких целей мы здесь не видим. Во время такого путешествия обязательно нужно подкрепиться. Вот я нашел... Медвежьи ягоды. Медвежьи ягоды. Да. Я буду ходить не с Юрой, а с... Ежевику или как она? С диким медведем. Вкусно? Малина, дикая малина. Сейчас буду где-то по лесу бегать, искать. Уголок огромный. Смотрите, мы уже прошли чуть-чуть. Вот сейчас наш тропа так делает поворот. Ну, красиво, ребята, просто я передать вам словами не могу, как это красиво. Настолько красиво. Ощущение, что вот мы сейчас подойдем и откроется перед нами. Вот это! О, мурашки ж пошли. Ребята, смотрите. Вот это да, я надеюсь, камера передает этот вид. А здесь нет таблицы на носу. Не, поляна кузница, 6 носов. Поляна носова. Еще поднимаемся. И выходим на новый горизонт. И открывается снова. Обалденно. Ёкарная, как же красиво. Обалдеть. Просто... А тут с этой стороны что? Игорёк, с этой стороны. А тут еще лучше. Тут на весь город. Там горы. Там горы. Все затянуло. Видите, там самая высокая гора, она упирается в облака. Да. Крутяк, просто крутяк. А мы поднимаемся туда, видите, там, где люди на скале сидят, мы туда поднимаемся. Игорь, мы почти поднялись уже наверх. Настроили GoPro, только что она заглючила. Идем, поднимаемся, еще чуть-чуть осталось. Вон, Игорь, что-то себе на камеру. Ого. Ёптер, здесь почти по скалам. Фу, я даже не знаю, это последний рывок. А прикинь, я потом еще спуск. Отдохнуть перед этим, потому что мы поднимаемся. Фу.
Ну ничего, это бывает. Ну что, друзья, наконец-то мы добрались до вершины. Это стоило нам, я не знаю, часа два. Да, я думаю, часа два ходьбы. И вот я уже приближаюсь, я даже бегу. Вот. Это просто невероятное. Ты себя завораживает. Просто завораживает эта красота. Тут страшно, блин. Это того стоило. Ну что, ребята, мы достигли вершины. Спасибо большое, что смотрели. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Будете в Польше, приезжайте в Закопане. Тут обалденно классно. До новых встреч. Пока-пока. Ну что, ребята, ради такого стоило подниматься, ради такого стоило ехать. Если камера передает все те пейзажи, которые передо мной здесь открылись, я думаю, что вы будете под таким же впечатлением, под которым нахожусь сейчас я. Жизнь и состоит из тех моментов, которые мы так ярко запоминаем. И я вас мотивирую путешествовать больше. Не сидите дома. Пока есть возможность, едьте в новые места. Это расширяет ваши границы и делает вас новым человеком. Не забывайте об этом.